Привет! Видел в интернете много запросов, таких как фокусы с колодой с 36 карт или фокусы с обычной атласной колодой и так далее. Поэтому решил вот записать фокусы прямо-таки с такой дешевой атласной колодой. Итак, у меня есть колода. Сейчас я попробую сделать так, чтобы одна из моих карт в этой колоде поймала карту зрителя. Для начала я сейчас определю свою карту ловца. Так, ну возьму какую-нибудь, например, вот такую карту, а именно короля червей. Он у меня будет ловить карту зрителя. А теперь же нужно выбрать эту карту зрителя. Прошу зрителя сказать в любой момент «стоп», пока я буду пролистывать карты. Итак, я начинаю пролистывать. Зритель говорит «стоп». Ну, допустим, вот в этот момент. Показываю зрителю карту. Он ее запоминает. Хорошенько запоминает. Карту же мы убираем в стопку. Теперь прошу зрителя, пусть он снимет колоду в любом месте. Хорошо. Теперь я отсчитаю ровно половину колоды. Так как у нас здесь 36 карт, то мне нужно взять 18. Я отсчитываю 18 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Есть. Получается, что в этой стопке у меня 18 карт, и в этой стопке 18 карт. И теперь начинаю снимать по 2 карты. И делаю это до тех пор, пока не появится мой король, который и попробует поймать карту зрителя. Вот он уже на подходе, вот мой король. Так, какую же карту он поймал? Это король пики. И как вы поняли, это карта зрителя. Давайте посмотрим секрет. Для начала я хотел бы вам порекомендовать, если вы все еще показываете фокусы с такими вот колодами, то приобретите обязательно и попробуйте какую-то хорошую качественную колоду. Ну, для начала хотя бы самую дешевую, например, Bicycle Seconds или Bicycle Standard. Ссылку оставлю под видео, и вы сразу поймете, что та колода и те карты намного качественнее, и вы уже никогда не возьмете вот такую вот плохую, некачественную колоду. Итак, давайте же перейдем к секрету. В общем, у нас колода с 36 карт. Все, что нам нужно сделать вначале, это выбрать нашу карту ловца, например, это будет червовый король, и отсчитываем еще 17 карт. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И короля кладем под низ. То есть в итоге у нас получилось здесь 18 карт, здесь 18 карт. И вот эту стопку с королем кладем сверху. Все, мы готовы к фокусу. Далее мы говорим зрителю, что сейчас определим карту ловца. Раскрываем карты, ищем нашего короля, показываем зрителю, что вот у нас это король, переворачиваем его и накрываем оставшимися картами. А теперь смотрите, вам нужно сделать пролистывание и попросить зрителя выбрать карту. Но вам нужно сделать пролистывание так, чтобы перед тем, как зритель выберет карту, вы уже пролистали своего короля. Ну, это очень легко увидеть, потому что, вот смотрите, он очень заметный, когда он пролетает. Вот вы видели, я надеюсь. И все, вы быстро пролистываете верхнюю часть, увидели своего короля и замедляете. Зритель говорит «стоп» в каком-то месте, неважно в каком. Далее вы показываете зрителю его карту, он ее запоминает, например, вот шестерка червей здесь. И далее вы кладете ее не на место, а вот на эту стопку наоборот. То есть показали зрителю, положили сюда и накрыли. Все. Этот этап закончен. И следующий этап, это просто нужно отсчитать 18 карт половину. Отсчитывайте их следующим образом. Не вот так на стол кладите, а наоборот. Первая карта у вас должна быть выше, чем все остальные. То есть первая, соответственно, вторая, третья, ну и так далее. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая. Все, 18 карт отсчитали, говорим, что у нас здесь ровно по 18 карт. И начинаем искать нашего ловца короля червового. Скидываем вот так во две карты. Вот наш король, переворачиваем и видим здесь карта зрителя. Фокус очень простой, потому что нужно просто запомнить, что как делается, и все, здесь не нужно каких-то навыков сложных, а просто выполнять все по порядку, и у вас все получится. Вот такой вот трюк. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!